Отец Снегов, повелитель кузни. Очень красиво. Он почти такой же классный, как ты. Снег идет. Мама часто рассказывала про Орна, полубога, брата Анивии, про то, как он прокопал долины Фрейльорда, а потом создал снег, чтобы все присыпать. Точно, как посыпка на пироге. Вот каково это? Создать снег из ничего, а мы зато играем в снежки, когда хотим. Это что? Лопата? Совок? Да нет! Это точно лопата! Пойдем посмотрим! Ого! Что это было? Где это мы? Это что? Лава? Во Фрейльорде? Мы, видимо, где-то глубоко под землей. Ничего себе! Никогда не видел столько лавы! Знаю, знаю! Но если подскользнуться, будет не то же, что упасть в простое озеро. В курсе? Осторожно, друг! Фух! Мы чуть не... Зато весело! Да, я тоже слышу! Ритм, что надо! Звучит как... Молот! Пойдем! Вилл! Что это там? На вид большое и страшное. Может, поищем другой путь? Нам же нужен котел, да? Что ж, есть у меня мысль. Извините! Эй, извините! Я тут! Он не слышит! Помоги-ка мне, Уживил! Пришлые! Не люблю пришлых! Как вы сюда пробрались? Это все лопата! Точно! Я думал, она сгинула! Нельзя трогать чужие вещи! Слыхали такое? Простите, мы больше не будем. Но та лопата или совок забросил нас сюда. И, в общем, ты же Орн. Ты величайший кузнец во всем Фрейльорде. Ты прокопал долины и создал весь этот снег. В ремесле ты без равных. Для тебя нет невозможного. У нас
нас тут редкий случай. В тебе есть огонь, дитя. Нет, не совсем, только искра. Искра. Аниви. Любопытно. А, да, конечно. Так это, Орн. Нам нужен котел для друга. Может, есть какой-нибудь, который не жалко? Или можно даже смастерить его для нас? Пожалуйста. Нет. Не согласишься даже ради последнего Йети и его друга Натай? Нет. Ну вот, и что нам теперь делать, дружище? Можешь сделать сам. То есть? Нужен огонь. Металл на расплав. Мощный поддув для пламени. Покажи, что можешь, искрёныш. Итак, мы должны разжечь горн, загрузить металл и закачать воздух. Все просто, да? Соединены с колесом наверху. Вроде противовесы должны открыть эти дверцы. Конечно, открою. Ну, я думаю. Хватит негатива. Видал? Я же говорил. Чего это место? Тут полно гизма. Это для дела. Не бедокурьте тут. А, ясно. Так эти штуки вертятся? Не штучки, стыки. Приводит он прямо в гору! Кажется, это все. Пойдем, скажем Орну.
вот... Кажется, Горн как-то не так работает. Ясно. Да. В целом неплохо. Вроде бы. И что мы сделали не так? Ничего. После такого простоя Горн как следует прогреется. Месяцев через 5-6. 5-6? Да ладно! Ну, должен быть способ и побыстрее. Да. Вот. Огонь, достойный кузницы, в которой он горит. Итак, котел или что? Что? Все же поможешь нам? Да. Но не так быстро, искреныш. Чтобы сделать котел достойный Орна, нужны особые материалы. Материалы необычные. Не волнуйся, Орн. Мы во Фрольярде каждый уголок знаем. Да, Вилум? Что ж, слыхали о плодах Тихоники? Вилум? Тихоника растет только в одном месте. В крепости. В крепости? Вроде дозорной башни? Вроде замка, искреныш. Найди плоды и принеси мне. Легко. А что еще? Раз знаете каждый уголок, то и про Килурели слыхали. Ну да. Что-то знакомое. Напомни, как его, Келлер... Килурель живет в ледяном саду. Узнаете, как увидите. Мне нужен подарок от него, чтобы выковать котел. Тихоника и самка? Подарок от таинственного Килуреля. Ясненько. Добро. Ступайте. Снова здесь! Никак не привыкну. Нужна Тихоника в крепости или замке. Или как там? И какой-то подарок от Килурели в ледяном саду. Что сперва поищу? Ладно, я выберу. Это, видимо, крепость. Слушай, давай тут осмотримся. По словам Орна, Тихоника растет где-то внутри.
Это место какое-то жуткое. Похоже на цитадель морозных стражей. Смотри, видишь, на нем блестят ягоды. Это и есть наша Тихоника. Точно она. Наконец-то! Вилум, мы молодцы! Нет-нет, нельзя! Ладно, Орну нужны две вещи. Тихоника у нас уже есть. Ну да, на западе были. Теперь на восток. Ух ты! Ничего себе! Похоже, это и есть Килурей. Сколько нот? Длинная будет песня. Назад и все поймем. Орн, мы вернулись и принесли все, что ты просил. У вас плоды Тихоники? А как же? Вот. О, я их не видел уже лет. Чего? Ты их что, съел? Конечно. Кто трудится на пустой желудок? Ну, а что с Килурелем? А, он дал нам вот что. Слезу? Килурель плакал перед вами. Впечатляет. Они тоже чувствуют. Чувствуют? Что? Трагедию и силу. Видимо, вы с Йети носите тяжкий груз внутри. Пусть ведет вас сердце Аниви. А для чего он? Это котел, чтобы варить. Но он магический? Опять молодежь тянет ко всяким пагубным магиям. Мастерство и красота и так награда. Ступайте, гляжу и понимаю, времени мало. Еще столько дел. Благодарим тебя, Орн, за все. Это честь для нас. Да! Фу! Горячо. И помни, дитя, когда кругом тьма и думаешь, что все потеряно, малой искорки может хватить, чтобы разжечь величайший огонь. Вы загостились. Идите, оставьте меня. Да знаю, я знаю.
Надо идти к Брау. И мы снова здесь! Приключение удалось! Совок? О, нет. Мы так обрадовались, что забыли его спросить. Эх, так и не узнаем. Да уж. Величайшая тайна на свете. Но это точно была лопата.